прям рукой-то? Подожди, не стесняйся. Ладно, хорошо. Угу. Ладно, хорошо. Попозже только. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Знаете, за что задержаны? Да. За что? За наркотик. А что вы делали? Просто мне привезли, оставили, я взяла по адресам по одну штучку. Растянула, раскидала. Потом по СМС-ку сообщила. А вы сами наркотики потребляете? Нет, ничего. Спиртное тоже ничего. А ваши знакомые кто-то потребляет наркотики? Нет. А вы знаете, какое влияние оказывают наркотики на человека? Да, знаю. Может быть, есть какая-то профессия у вас? Да, я с этой партнерой работала, и там сколько лет, 5 лет в детсаде работала воспитательницей. В воспитательном детском пока, саду? Да, где-то мне 25 еще было. Ага. А почему ушли оттуда? Почему ушли? Почему? Ну, там нету работы, и так все это знают. Там, поэтому я прямо из детсада вышла, сюда приехала. А расскажите, пожалуйста, про свою семью. Кто у вас там? У меня только сын и мама. Ну, сестры есть, ну, тоже сказать. Не, сын взрослый? Да, 15 лет. А где он? С моей мамой. Там в Узбекистане? Нет. Он не потребляет наркотики? Нет, ничего. А вы бы хотели, чтобы ваш ребенок употреблял наркотики? Нет. Я никого не хочу. Просто я щекотал.